сказать. Ладно, хватит. Это была моя последняя надежда. И наш последний день. Не плачьте. Найдете нового профессора лучше, чем я. Лучше вас никого нет. Я ждала этого 13 дней. 13 дней? Да. С тех пор, как узнала, что вам не нравится ваша невеста. Почему же вы плачете? От счастья. Ничего себе. Что? Быстрее, смотрите. Нет, нет, мы должны узнать, что случилось. Мне страшно. Слезы, слезы, раствор соли. 0,3%. Хорошо, теперь плачьте. Плачьте. Но я не могу плакать. Ну, конечно, все они одинаковые. Когда не надо, слезы текут ручьями.